Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того, когда вы смотрите эту трансляцию. Ну что, у нас четвертый выпуск Retro International. Четвертый выпуск и первый, по сути, выпуск, не касающийся СНГ коллективов. И в частности, не касающийся Na'Vi. Первые три были посвящены данной команде. Теперь мы взяли на проверку матч, который являлся здесь финалом лузеров за выход в гранд-финал 4-го International. Vici Gaming против команды Evil Geniuses. Evil Geniuses — открытие того года. Команда очень яркая и интересная, а Vici Gaming просто мощный коллектив с крутым составом. Такая хорошая сборная солянка из крутых китайцев. Вот иначе, собственно, и не скажешь. Ну, на данный момент понятное дело, что игра давным-давно сыграна, это 2014 год, и все знают результат, все это понятно. А какая ценность была для нас данного матча и разбора данного матча? А данный матч разбирается с исключительной целью показать, насколько быстрой может быть дот, насколько быстрой, стремительной, как работали пуш-стратегии и как Vici Gaming, команда вроде бы из Китая, команда, которая должна была игры затягивать, брать для долгой игры каких-то несложных, но при этом очень жадных героев, которые обязаны были фармить и выфармливать что-то клейте. Но, по сути, Vici Gaming просто поставили всех на место, и всех, кто рассказывал, что китайская дота долгая, скучная, неинтересная, те заткнулись моментально. Ну и я вместе с ними. Вот. На данный момент команда Vici Gaming уже забирает себе Razor. Razor — это мейнстрим того времени, стопроцентный, как Razor, так и Death Profit. И Vici Gaming забирают себе и Nature's Profit, то есть понятно, что будет пуш, в принципе, по-любому. Команда EG действует примерно таким же образом. Забирая Shadow Shaman, они показывают, что пушить тоже планируют. И, естественно, Раста с этим справляется на 5 с плюсом, причем справляется всего лишь одной кнопкой. Подошел, поставил варды, а дальше делает так, чтобы эти варды не убивали. А вообще, что касается команд к тому моменту. Vici Gaming, собственно, по составу хороший, плотный коллектив, супер к тому моменту, по-моему, если не ошибаюсь, взял у нас Best of One, точнее, турнир 1-1. Вот, понятное дело, что по составу, по скиллу парень-то крутейший из крутейших. В то время в составе команды EG против него на мидлейне стоял у нас Артизи. Артизи тоже считался неким открытием того времени. Ну и... Так, одну секунду, где музыка? Где? Открытием того турнира, да и вообще не только того турнира, но и, в принципе, доты того времени. Артизи прям все вдохновлены были его игрой, он действительно показывал крутой уровень. В любом случае, противостояние супер против Артизи достаточно интересное, достаточно яркое. И игра, по большей части, когда велась коротко, вот Vici Gaming против EG, Vici Gaming против Ньюби, игра зачастую концентрировалась на миде. Такое ощущение, что ребята решали, берем пятерых, идем в пятером на мид, будем быстренько заканчивать этот матч. На самом деле это сработало, это стоило много денег команде Ньюби, это немало денег принесло команде Vici Gaming, и точно не остались у нас после этого турнира нищими и EG в принципе. EG тоже продемонстрировали хороший уровень, на третьем месте закрепились, получилось все как нельзя лучше. Что касается команды Vici Gaming, видно, что они стратегию того времени примерно понимали, и по банам уже ситуация такая, что видно, что Тинкера не дают команде EG, потому что Артизи на Тинкере делает чудеса, точнее, делал на то время. Сейчас Артизи как-то подостыл, и Тинкера не пикает. Вот. Что касается Супера, Супер такой больше индивидуальный, как по мне, игрок. То есть пуш-стратегии — это не его работа. Он офигенно чувствует себя на квапе, великолепен абсолютно на Templar Assassin. То есть такой игрок, игрок более стремительный и более уверенный в каких-то вот одиночных бойнях, таких, что надо где-то доконтролить крипа, надо где-то сделать последний удар, ласт-хиты, дена, и все это у него
конечно, отточена на 5 с плюсом. Не хочу сказать, что Артизи был слабее на тот момент уровнем, но МИД, в общем-то, я считаю, что команда Vici Gaming в обоих матчах, которые они выиграли, выиграли достаточно уверенно. По команде ЕГЭ забирают они себе еще и Сэнд Кинга. Брюмастер, Шадоу Шаман, Сэнд Кинг. Комбинация достаточно скиллов, много скиллов в комбинации, значит, и драки могут быть разноплановые, будь то подкопы, будь то эпицентры плюс подкопы, да просто Sandstorm, который позволяет одному игроку освободить линию для экспириенса, для денег и спокойненько уйти себе в лес и в лесу выфармливать все необходимое, а Сэнд Кингу необходим дагер. А вот. Ну и дальше уже с артефактами как-то можно было бы и подраться. Vici Gaming позволить этого команде ЕГЭ не могли, поэтому игра закончится достаточно рано это, и смотреться будет все, ну, унизительно, как я считаю, для команды ЕГЭ, которые пророчили неплохое место на этом турнире. Они, в принципе, заработали неплохое место, но думали, что может даже и повыше, чем на бронзовую позицию замахнется команда Evil Genius. А Vici Gaming, третий пик. Как-то заждался Rotiki. Rotiki, к слову, и в матче всех звезд кэпом был команды. Rotiki Team, собственно, хвост был кэпом другой. То есть герой, игрок не только скилловой сам по себе, не только какой-то парень, который сидит в закрытой комнате, играет в доту, но и в какой-то степени шоумен, личность медийная, известная. Поэтому, естественно, и команда Vici Gaming такая была. Не только темная лошадка, которая пришла, но и, разумеется, все знали об этих игроках, все понимали, что от них ждать, потому что внимание к ним было приковано достаточно много. Команда ЕГЭ. Четвертый пик. Ну и, кстати, пики удивительно долго делались. У меня вообще было подозрение, что когда я, помню, первый раз смотрел, когда еще это было в 2014 году, вот, то, собственно, в прямом эфире, когда эти матчи смотрел тогда еще, я думал, что коллективы будут гораздо быстрее забирать персонажей, то есть думать как бы не о чем. Мне казалось, что на этом уровне персонажи просто один за другим должны были лететь. Я прекрасно понимаю, что там много денег было на кону, и просто так что-то на бум брать было бы нелепо, но, собственно, что думать, если ты все знаешь? Vici Gaming на тот момент мне казались гораздо сильнее, и казалось, что он действительно много чего знает. Вот. Но, тем не менее, видим, что одна команда, что другая задумалась, причем ЕГЭ пикают подольше, чем это делает Vici Gaming. Они уже попались в некую западню, команда Vici Gaming уже тут по пушу и по АОЕ дэмэджу команду ЕГЭ плотненько накаляет. Брюмастер — это один клэп, Темплар Ассасин, попробуй еще поставь всех в линию, чтобы она дамажила. А Сэнд Кинг и Шадоу Шаман доконтрить их на ранних левелах вообще не проблема. Рубика забирает команда Vici Gaming, и после этого появляется лишь Шрак. Шрак, который будет выполнять роль саппорта, если не ошибаюсь, в этом противостоянии. Ну и последний пик от команды ЕГЭ. Vici Gaming забанили последним героем Вайда, а команда ЕГЭ забанила у нас Дума. Что немного совсем времени, то есть ЕГЭ израсходовали все время, которое можно было. И полторы минуты еще для команды Vici Gaming. И пикают они быстрее, и выглядят они увереннее. Ну, тогда это тоже, в принципе, прослеживалось. Тогда можно было понять, что да как. Ну и какие-то психологические моменты тоже, в принципе, мимо глаз пропускать нельзя было, потому что это как-то, как по мне, немножко читалось и было видно тогда. Ну и сейчас я вот повторяю, освежаю для себя данный матч для нашей рубрики Retro International. Вот, собственно, убеждаюсь еще раз, что Vici действительно тут не случайно обыграли команду Evil Geniuses. Ну, на данный момент 50 секунд остается для команды Vici. Призадумались на последний пик. Первые 4 как-то быстренько отлетали.
Вот, на последний пик, я смотрю, тут некое замешательство в ротике есть. Ну, что касается команды ЕГЭ, посмотрите, что против ЕГЭ забанили Вичи. Забанили Тинкера, на котором мог бы играть Артизи. Забанили сложную для Зая, собственно, и забанили героев комбинационных, неудобных по данную стратегию, неудобных по Ценкинга, под Шаду Шамана. Это Энигма последним баном, и это Faceless Void, который тоже собрать всех может в кучу, а там и Ценкинг прилетит, и все остальные. Ну и Сыр от команды ЕГЭ. Тоже, в принципе, герой, который вот сродни Энигме, как я считаю. То есть собрать всех кучу и в куче в этой всех надамажить. Дарксир может это сделать, тем более по Ценкинга это прям на 5 с плюсом. Ну, как пойдет, сейчас увидите. В задумке, в общем-то, все было достаточно неплохо. Герои. Нелегко убивать их. Дарксир, ладно, это понятно, но при этом Дарксир с Руджом вырваться из любой ситуации может. Темплар Ассасин через рефракшн, естественно, и выйдет много, может много чего. Ну и Брюмастер тоже. Со своим правильным сплитом это не самый легкий для поимки герой. Что касается Шадоу Шамана и Сенкинга, у Сенкинга какая роль? Влететь с эпицентром, подкопать и стоять, смотреть, как все вокруг умирают. Ну и PPD тоже близко. Не надо подходить просто с километра. Давай спокойненько ульт. Дальше наваливаешь шоками. И все, собственно. И PPD тоже. Если кто-то здесь должен был быть кормом, то, скорее всего, это саппорт команды Evil Genius из PPD. Ну что, герои разобрали. Героев, точнее, персонажи все разобрали. Ротики играет у нас на Кентавре. FY будет отыгрывать на Рубике. Точнее, уже отыгрывал и отыграл. Супер играет на Разоре. Фенрир на Лишраке. Ну и Сайлор играет на Nature's Prophet. По расстановке линий и по, собственно, что вообще полезного в этом матче, что для себя я хотел отметить и отмечал. Интересно освежить в памяти, как быстрая дота действенна и как она помогает, собственно, какие вот стратегии есть для хорошей, быстрой, качественной доты, чтобы со старта получить громаднейшее преимущество, а дальше позволить себе игру закончить, ну, минуты до 20-й, там, до 25-й. Заставить команду написать ГГ, а если это пап, например, вы играете, и команда ГГ у нас не пишет, то просто давите, давите, давите. У вас уже такое преимущество, которое, в принципе, отдавать просто так нельзя. Ну что, Сайлор отправляется у нас вниз. Будет, скорее всего, на Nature's Prophet стоять в соло. Стоять в соло легкую линию. Shadow Shaman у нас от PPD на мидлейне, но это до поры до времени, понятно. Здесь, может быть, поможет самому мидлейнеру, может, в принципе, и уйдет. Так, завардит что-нибудь полезное сделает. Нет, кстати, вардов у PPD на тот момент и не было. Ротикей на Кентавре, Фенрир играет здесь на Лишаке, FY будет играть на Рубике. Ну и Ротикей забирает у нас руну, руну хосты на топ-лейне. Нижнюю руну никто не взял. Нижняя руна у нас отсутствует. Ну и что, Nature's Prophet отправляется вниз. Сайлор будет стоять в соло триплу. Команда Vici Gaming ставит на сложную линию. Не так-то, в принципе, и сложно с такой триплой. Во-первых, один стан, тут дизейбл от Рубика, плюс фейтболт. В общем-то, по раскасту все достаточно жирно у команды Vici Gaming. Что касается ЕГЭ. У меня всегда были вопросы к Брюмастеру, который используется в роли керри. И в роли керри на легкой линии. Почему это не сложное, почему это не мидлейн? У меня всегда были эти вопросы. У меня были эти вопросы после матча Na'Vi против Cloud9, где хвост показал, как это в руки керри давать Брюмастера и вообще отправлять его фармить спокойненько на линии. Ну, до сих пор эти вопросы открыты. Пока что ответ на них вменяемый ни мне никто не дал, ни я. Не смог для себя объяснить, что же заставляет игроков ставить Брю на легкую линию. Где и в какой игре он выфармливал и наказывал. ВГ со старта. Берут инициативу в свои руки, уже выигрывают 400 по голде, выигрывают 250 по экспириенсу. Ну и команда Vici Gaming просто окружает у нас коллектив Evil Geniuses. С двух сторон Таура закрыты у нас, закрыта трипла. Команды ЕГЭ, PPD здесь, Зай здесь, ну не выходят, близко не подходят к крипам, близко
не подходят вообще к линии, к невидимой области. А, кстати, невидимая область, вот она. Вы видите, что не видят ни Фай, ни Фенрира. Ну что, цепляют у нас Мейс. Сразу же подкоп у нас от Фенрира по Мейсону. Ротики. В сетку отправляет ППД, ну и спасает таким образом своего керри. Сам отходит. Супер. У которого уже плюс 70 дэмэджа. Просто оставляет без дамаги у нас Темплар Ассасин. Ну и Артизи вынужден побегушки устраивать на руны. Толком, в принципе, от Артизи на линии без дэмэджа нет. Ну, понятное дело, что это вопрос времени, но все равно. Супер, мы видим нон-стоп через статик линк, издевается над Артизи. Вот еще, пожалуйста, плюс 45, а Артизи попробует тут 20 дэмэджа что-то сделать крипам, попробует пофармить. Вообще, разор на мидлейне тогда очень много побед принес большому количеству команд. Это касается и Ньюби, которые в итоге выиграли у нас этот International. Там либо разор, либо ДП, либо ДП, либо разор. Комбинация очень простая, но главное, что комбинация рабочая. И собирался разор в такую вот машину просто, серьезный какой-то такой атомный реактор. Он шел с Eye of the Storm над головой, возможно, даже с двумя, когда Refresher Orb собирался. Ну и что требовал разор? Разор требовал Аганима для повышенной скорости атаки Eye of the Storm. И он требовал рефрешера для удвоения, собственно, количества ударов от Eye of the Storm. То есть он сам собой являл вот такой некий опасный вообще извергающийся вулкан, к которому невозможно было подойти. И главное, что надо было сделать, это не дать... Главное, что всей команде, в которой Разор у нас отстоял хорошо мид, что им надо было сделать? Им надо было не дать Разору умереть, и все. Просто держать его, саппортить, хилить, сейвить, делать с ним все, что угодно, но не дать ему умереть, потому что это основная ударная сила, и пока он живой, все, в принципе, умирают вокруг. Ну что, у нас Юниверс под сложный. Начал гонять здесь Сайлора, Сайлор закрывает Юниверса, как раз умирают к этому моменту крипы, ну и Юниверс здесь... ну, мягко говоря, туповато поступил. То ли пытался Сайлора надамажить, то ли еще что-то. Но потерял тот момент, когда крипы у нас уже все погибли. И просто-напросто остался не только один на один с Nature's Prophet, но и один на один с Тауэром. А биться против Тауэра на четвертой минуте, согласитесь, не по шансам. Ну, как минимум не по шансам для самого Дарксира. Команда Vici Gaming тогда, кстати, в прессе отзывалась о турнире достаточно лояльно, то есть касательно своих поражений. Вот. Я видел, как многие, вот, например, та же команда Муши, команда Orange, тогда говорила, что, ну, как какой-то из интервью я читал, команда Orange на 2013 году, когда они проиграли команде Na'Vi, заняли третье место. Вот, так вот, Orange тогда даже при третьем месте говорили, что результат неподобающий, мы были гораздо сильнее, мы могли показать больше, мы сделали вот не все, что могли, реализация у нас где-то подхромала, мы будем пытаться, мы будем стараться, ну, то есть такие, в общем-то, правильные абсолютно вещи вроде бы и вдохновляющие фанатов на поддержку своей команды, ну и какая-то вот некая интрига, сюжетность сохраняется, что в будущем эта команда возьмется за голову, там, исправит свои ошибки, им чуть-чуть не хватило, и они навалят. Vici Gaming отзывались попроще касательно своего выступления, говорили, что результат как бы великолепный, рассчитывали, может быть, даже и на поменьше, чем второе место. Да, в финале хотелось бы и могли, конечно, но не получилось, потому что вот соперник оказался сильнее. Какие-то простые абсолютно спортивные истины. Проиграли, да, проиграли, потому что Ньюби сильнее. Не потому что нам не повезло, не потому что мы стояли против солнца там, а нам в лицо дул абсолютно непреодолимый ветер, и половина мониторов выключалась. Нет, ничего такого, все в принципе там разумно. Ротики, опять же, достаточно взрослый, серьезный спортсмен высокого уровня, и его по этому поводу высказывания достаточно такое приятное впечатление оставили от себя. Ну, здесь, конечно, они с ЕГЭ справятся, это не битва за главный приз в 5 с копейками миллионов. Ну и у нас Разор забирает в это время Сенкинга. Ловит его Фенрир через Диаболики. Достаточно
быстро можно было развалить. И, в общем-то, у нас фит от команды ЕГЭ продолжается. Сейчас команда ЕГЭ проигрывает 2000. По экспириенсу они проигрывают тоже порядка двух. Сайлор прилетает на мид, и то, о чем я вам говорил. Вот такие матчи, и матч Ньюби против команды Vici Gaming. Вот тот вот гранд-финал. Все было примерно так. То есть обычно в финале вот Ньюби против Vici Gaming очень часто на этом все и заканчивалось. Падал Т1, к тому моменту счет уже был просто грандиозный. Я почему-то подумал, что ЕГЭ и Vici Gaming примерно так же будут играть свой первый матч. То есть до потери Т1 будет куча файтов, за этот Т1 нет. Команда ЕГЭ не дралась за эти товары, возможно, в этом и был минус, возможно, это и привело к тому, что потеря товаров дала дополнительный буст команде ВГ. Они до этого фармили не хуже, вот, а после этого все началось вообще сверхсерьезно. Ну и что касается фарма. Обратите внимание, Universe на Дарксире, у него 50-1, окей, это великолепно. Он молодец, за 7 минут 50 крипов на Дарксире, даже при одной смерти все хорошо. Но что происходит дальше? Посмотрите на... на крипстат, точнее, игроков команды Evil Geniuses в принципе. Тут, кстати, Vici Gaming двоих теряет, что становится 2-2, приходит сюда супер. Ну и Зайц, скорее всего-то, отсюда уйдет. Да, два крипа, это все понятно, все хорошо. Здесь еще у нас разваливает Илишака, и счет становится 3-2 в пользу команды ЕГЭ. Но, все понятно, фраги это великолепно, деньги дается. Но посмотрите, что происходит с фармом. 51 для Юниверса, а дальше Сайлор 46, дальше Рутики 43, и дальше Супер, у которого 32. И только потом это. Сейчас Артизи остался на фарме, у него 26 стало. Полминуты назад у него был счет 18-7. Дальше 14 у Мейсона, которого поставили фармить легкую линию. Это вот тот брюмастер, к которому у меня есть вопросы, до сих пор они без ответа. И Зай, у которого 10 крипов. И то крипы лесные. То есть, по идее, Брю должен был фармить прям на 5 с плюсом. Плюс такие саппорты классные, как Shadow Shaman. Тут Vici Gaming и по расстановке лайнов, и по пику оказались сильнее. Потому что сейчас, может, это и не видно, но пока что, в общем-то, по количеству фарма, по слаженности игры команды Vici Gaming видно, что ЕГЭ они в некотором роде превосходят. Артизи пытается отсюда улететь. Ну, в принципе-то и улететь нет смысла никакого, потому что здесь стомп, здесь дабл эдшот кентавра, и Артизи достаточно быстро развалили. У Ротикей на 9-й минуте появляется даггер. Что у нас у Брюмастера появляется? У Брюмастера у нас ничего не появляется, кроме седины на висках. Потому что Брю в данном случае... Мейсон отстоял линию свою просто ужасно. Смотреть на это страшно, и старайтесь не смотреть на таких брюмастеров, тем более не быть ими. Потому что поставить брю, чтобы он за 10 минут смог убить 22 крипа, по-моему, немного ошибочное немножко решение от команды ЕГЭ. Но они в любом случае за это поплатятся, они поймут это прекрасно. Ну и чем занимается команда Vici Gaming? Они со старта идут пушить. До того, как у Супера появляется Eye of the Storm, они со старта начинают пушить Сайлор. Вроде бы тоже не в некров никаких. Первым делом собирает себе Orchid of Malevolence. И только потом будут у нас некрономиконы. Но уже сейчас у Сайлора вы видите, сколько на счету спушенных товаров. У него в 4 Nature's Call прокачан. Понятное дело, что это не для того, чтобы стоять на линии и Дарксиру фидить Дарксира через Iron Shell, который будет забирать этих крипов. Понятное дело, что это не для того, это для того, чтобы в дальнейшем у нас пушить, дамажить товара, быстренько сносить их, приносить деньги своей команде. Ну и посмотрите на деньги. 10 минут прошло, счет равный 3-3. По голде Vici Gaming выигрывают 7500. И по экспириенсу чуть более 1000 тоже в пользу команды Vici Gaming. Супера Eye of the Storm как не появлялось, так и не появляется. Ротики тут подтопывать немножко начинал, как будто над кем-то шутил. Я так и не понял, то ли пытался кого-то ловить. Ну и 10-я минута, 50-я секунда. 5 товаров команды Evil Geniuses просто как не было. Сюда не подходили на Т2, но 11-я минута, команда ЕГЭ уже вынуждена дефать свой тавер. И они пока еще не дефают, они не подходят сюда.
Ротикея поймали. Ротикея на кентавре. У него есть, если что, ульта. Юзает Ротикея у нас ульту. Артизи будут пытаться здесь подстопить. Артизи уходит в инвиз. Ну и на лоу хп здесь ППД летает. Супер. Супера не трогают. У него есть мех. И врыв пошел на цепи центром. На супер. Меха пошла от супера. Сайлора. Пять ветра. И вот он, Брюмастер, да, вроде бы полезен, а вроде и непонятно. Ну, полетали в ветрах игроки и команды. Где дэмэдж? Где все это? В итоге теряют только своего мидера, Артизи отправляется в таверну, и никуда команда Vici Gaming не собирается. 12 минут, они фуловые, они тушат тавер, они с диаболиками, совсем абсолютно полезным, 4-го левела Фенрир. Я не думаю, что где-то, например, в каких-то пабах своих вы видели бы, как герой 4-го левела поднимается на хайграунд, начинает его пушить. Фенрир еще не просто поднимается, Фенрир здесь пользы вносит просто жесть сколько. Ротикея пытается надамажить Юниверс, супер, на лоу хп. И при этом никуда не уходит у супера, плюс 84 дэмэджа, подкоп у нас пошел от Зая. Еще одна мека пошла, и супер живой, и Сайлор живой, и Ротикей живой, и Юниверс. И просто команда ЕГЭ один за другим постоянно отлетают у нас в таверну. И Рубик здесь тоже, в принципе, без проблем через Primal Split поразвлекал команду ЕГЭ. Мид спушен. Помимо мида еще и забрано 4 фрага. Теперь у нас FY крадет еще и трэп. Просто так поставить на хэграунде, чекать, где кто находится. 12 минут, мид спушили. По золоту 13 тысяч, по экспириану почти 4 тысячи. Все это в пользу команды Vici Gaming. Все это для ЕГЭ не пойми как вывозимо вообще. Ситуация непростая. Мида нет, то есть вот такое начало. Давайте начинать. У нас фора 14 кусков золота. Давайте начинать. Посмотрим, как вы придете в себя после этого мова. Ну и понятное дело, что по деньгам команда Vici Gaming тоже у нас на высоте. Первые 4 места. FY, Super, Ротикей и Сайлор. И тут у нас на первых 4 позициях Networks просто запредельный. Ну и Мейсон, вот он. Мейсон Брюмастер на легкой линии. Почему Мейсону и вообще команде Евгений не смотрелся матч Нави против команды Cloud9? Почему нельзя было понять, что даже приличные керри, вот такие как хвост, Брю этого не реализует, и не реализовывают ее не потому, что руки слабые. Я не думаю, что у хвоста там скилл какой-то лоу-лоу, чтобы он, например, хуже Мейсона играл. Нет, ни в коем случае. Ну, я продолжаю стоять на своем, что Брю в легкую, в принципе, не тот вариант, который имеет место быть. Ну что, Артизи просто разрезали на куски. 8-3 становится счет. Артизи отправляется в таверну. 15-я тысяча уже летит для команды Vici Gaming. И более 4000 по экспириенсу тоже в пользу китайского коллектива. Ну и, пожалуйста, некрономикон для Nature's Prophet сразу 2-го левела. То есть можем пушить теперь немножко посерьезнее. Зай у нас на хайграунде, пошли Некра, пошел Вижн, нет, да, нет, нет, по-моему, нет, нет, Некра 2-го левела, Вижна еще нет. В любом случае есть Некра, есть Энты, Сайлор даже без крипов стандартных, команда Vici Gaming просто заходит на хайграунд танковать, есть кому машинку не отдают, то есть микроконтроль какой-то над ситуацией, не тот микроконтроль, когда ты можешь 3-4 своих... мобов своих, крипов каких-то расконтролить. Это тот микроконтроль, который понимание игры делает вот следующего просто уровня. И вот это у Сайлора на 5 с плюсом. Он понимал, что важно здесь было продержать машинку. Некра свое все равно сделают. Некра обезопасит команду ВГ от врыва, потому что если ворвется кто-то с раскастом, например, тот же Кентавр, и разрежет у нас какого-нибудь... Ой, Кентавр. Не Кентавр, прошу прощения, а... Например, Брюмастер залетит, клепнет, развалит у нас какого-то некрономикона и потеряет просто половину хп, а дальше Кент и Шейкер, не Шейкер, а Лишак с ним разберутся в мгновение ока. В итоге половину линии спушила команда Vici Gaming, отходит у нас спокойненько назад, у них 16 тысяч преимущества голды, 4 тысячи экспириенса. Они просто зарабатывают как сумасшедшие. Ну и давайте по артефактам пробежимся. Nature's Prophet уже, в принципе, вот сейчас будет готов третий некрономикон. У Рубика, на котором играет FY, даггер имеется. Рубик дамажит тут очень серьезно у Разора. Вот, супер. 10-й левел, у него есть меха, у него есть поинт-бустер. Ему до появления Аганима всего ничего, тут 600 голды остается.
Аганин нужен, в принципе, с одной единственной целью. Начинает бить по товарам, начинает бить по товарам с повышенной скоростью. То есть для пуша просто 5 с плюсом. Ну и то, что с супером происходит, у него 8500 за 16 минут. То, что ЕГЭ позволяет суперу делать, это в общем-то, явное поражение. И они это прекрасно понимают. Ну что, команда Evil Geniuses не выдерживает. 16-я минута, они пишут ГГ. Игра для ЕГЭ закончилась на первой карте. Они проигрывают со счетом 1-0. Вот, впереди нас ожидает еще два матча, но сам факт. Команда ВГ действовала практически безошибочно. Не считая тех трех фрагов, которые они отдали на ровном месте. Все остальное шло простенько, по плану. Хорошо, интересно, внятно. В итоге команда Vici Gaming делает всего лишь 9 киллов. 9 против 3. То есть игра заканчивается 9-3. Ну, редко такое можно увидеть. С другой стороны, 16 минут. Это 16 минут. Ну так, друзья, пока у нас пауза между матчами. Я пока загружу следующий. Ну и просто передохнем секунду. Расскажу по поводу того, что нас ждет в ближайшем будущем. Так вот, в ближайшем будущем нас ожидает следующее событие. С 18 по 19 июня. В рамках нашей группы, нашего канала на Твиче, вообще всей нашей студии, пройдет турнир. Турнир по, как ни странно, Dota 2. Так вот, этот турнир будет среди наших подписчиков. Турнир будет на вещи, потому что организация мы не коммерческая и с деньгами ничего общего не имеем. Вот, поэтому турнир будет на вещи, на мистические шмотки, которые, собственно, вы прикладываете к своей заявке. Победитель получит громаднейший банк мистикал шмоток, любых, разнообразных абсолютно. Проигравший, соответственно, получит хорошее настроение и освещение на всех наших каналах. Каждый матч мы будем транслировать на нашем канале Твича, в нашей группе ВКонтакте, на нашем сайте. Вот, все это будет в полной мере освещаться. То есть вы себя почувствуете настоящей звездой какого-то серьезного такого ивента по Dota 2. Будете ходить, рассказывать друзьям, что вас по телевизору показывали. Это будет действительно хорошо, качественно. То есть с тем же качеством, с которым мы и ответственностью, с которой мы подходим к профессиональным серьезным турнирам. Плюс. Вы получите, я думаю, хорошее настроение, хорошее удовольствие. У вас будут вводы с вашими матчами, с комментариями профессиональными, с всем оформлением необходимым. Поэтому не забывайте зайти в группу ВКонтакте Игрокам ТВ. Там создана тема в обсуждениях. Записывайтесь на турнир. Очень скоро, а если быть более точным, завтра в 24:00, то есть по окончанию понедельника, в последнюю минуту понедельника, мы закрываем запись на турнир. Вот, подводим итоги, организовываем команды одного с другим, сводим и даем возможность создать новый коллектив для каждого из игроков, тех, у кого пятиигроковые команды. Соответственно, играйте со своими друзьями. Единственная проблема, не проблема, а единственное, что необходимо решить, это чтобы все были подписаны на наш паблик ВК. Ну и в четверг в 2 часа дня, как это уже написано было в нашей группе, мы начнем первый матч. С этого момента у нас стартовал, считайте, турнир, и будем играть его четверг допоздна плотненько и пятницу тоже плотненько допоздна, чтобы закончить в пятницу, либо вот в субботу ночью, то есть в самом начале ее, определить победителя, наградить его, поздравить, потом проинтервьюировать. Все это появится в нашей группе, все это будет интересно. Почему, собственно, не выходные, спросите вы, я вам скажу. Потому что на выходные играется ESL One и играется One Final, на котором мы являемся официальными стримерами. И не стримить этот ивент не можем, да и не хотим. Надо как-то и, естественно, соблюдать все нормы и правила. Ну что, не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Конечно же, подписывайтесь на наш канал Twitch. Пока что небольшая пауза, 2-3 минуты. И ворвемся на второй матч в рамках нашего выпуска Retro International. Матч между командой Vici Gaming и Evil Geniuses International 2014. Новая, старая дота на новый лад. Собственно, смотрим, учимся, болеем. Все, услышимся через 5-6 минут.